Мне кажется, реальный сценарий реалистичный. Это введение миротворческих сил, причем интернациональных, скорее всего, под эгидой ООН. Если мы точно хотим прежде всего мира, а не и наступить на горло любым амбициям. Любым амбициям. А что касается официальной власти, не хочется здесь видеть никаких миротворческих сил. Так уже после этого мне особенно хочется видеть здесь миротворческие силы. Именно потому, что вот кто не хочет мира, понимаете? Они здесь не хотят миротворческих сил. Почему не хотеть миротворческих сил здесь международных? Ведь Украина доказала неспособность защитить. Ну ведь доказала неспособность защитить своих граждан. Ну не способна, провалила. Так, кстати, в документах ООН за 2005 год, когда эта доктрина была введена, ну почитайте, это же ведь известно, доктрина такая. Право на защиту. Обязанность на защиту, ответственность страны за то, чтобы она защищала всех своих граждан от гуманитарной катастрофы. А тут она допустила гуманитарную катастрофу, так больше того, не хочет сюда пустить тех, кто может остановить это.